Друзья, привет! Сегодня получили посылку с новым питомцем. Сейчас мы ее распечатаем, и я вам покажу своего нового питомца. Таких питомцев у меня еще не было. Ну, будем растить, наблюдать за ним. Подписывайтесь, друзья, будем вместе наблюдать, как воспитывается такой питомец, как его растить и как за ним ухаживать. Упаковали его, конечно, тут капитально. Меня заверили, что это не первый раз. Они посылают, и питомцы все всегда доходят живые и здоровые. Немножко волнуюсь, конечно, такой питомец. Первый раз у меня никогда не было таких. И как-то немножко боязно, но понятно, для специалистов это смешно. Кто-то скажет, что ничего тут страшного нету, чего ты боишься. Ну, у меня даже в руках такого питомца никогда не было. Ну ничего, сейчас достанем. Завязали, конечно, тут так, как будто там тигр сидит. Могли бы попроще, конечно, узлов навязали. Сидит тихо, не шевелится. Даже немного переживаю, живой ли. Так, ну что, вроде все. Посмотрим. Ух ты, красавец. Красивый. Ну, попробуем взять в руки. Все равно когда-то надо это сделать. Вон какой, смотрите, друзья. Красавчик. Не агрессивный, спокойный. Немножко шипит. Ну давай, иди сюда. Будем знакомиться. Вот такой, смотрите. Красивый. Узоры прям как будто бы кто-то кисточкой нарисовал. Позже, друзья, покажу вам, какой красивый и большой террариум ему приобрели. Будем растить, ухаживать. Покажем вам кормление этого красавчика. Говорят, что кормить надо живым кормом. Ну, думаю, проблем с этим не будет. Подписывайтесь, друзья. Будем наблюдать за его развитием и ростом.